Три дня с раннего утра до позднего вечера шли сургутяне и жители Сургутского района в Сургутский Преображенский кафедральный собор для того, чтобы приложиться к уникальной христианской святыне. Пояс Пресвятой Богородицы – величайшая реликвия всего христианского мира. Согласно преданию, пояс был соткан из верблюжьей шерсти самой Девой Марии. Это единственная сохранившаяся вещь из ее земной жизни. Из древних источников известно, что после Успения и Вознесения она отдала его апостолу Фоме. Большое-большое количество людей приходит, и просьбы эти настолько разные, но Матерь Божия по своей любви большой принимает и приносит их престолу благодати. Приходит и спрашивает даже о чадородии, вот о даровании детей, там, когда многие годы бывают проходят даже, и Господь не дает деток, и по молитвам Пресвятой Богородицы разрешается вот такая уже проблема у людей. Издревле афонские монахи изготавливают копии поясков и прикладывают их к поясу Пресвятой Богородицы, чтобы потом верующие могли прочувствовать благодать, посылаемую Девой Марией. Сургутяне также получили возможность такую. С Афона доставили освященные пояса, ладанки и иконки. Будем надеяться, что и сейчас посещение части пояса Богородицы и мощей святой праведной Анны защитят и наш город, и наш край, и наше отечество. Храни всех Господь. Анна Максимова, Денис Зонов, Сургут, Интерновости.